И снова здравствуйте. Мы возвращаемся в нашу игру. Шестая стадия лузеров у нас сейчас будет играться между Фокус Сэмом и Казандаром. Так, я тут возвращаю к нам Васю. Я немножко уже оговорился тут. Слово шестой. Так, и у нас что первое. Ты там оговорился? Я уже начинаю заговариваться. Хорош, Гришань. Ну, ты что там, вискарь глушишь, что ли? Не-не-не, я не такой. Да ладно, не знаю я какой-то. Ну ничего, ничего. Так, у нас опять где будут такие потные катки на Хеллбрингерах и Лоне. Сейчас посмотрим, может быть, Казандар также он будет через Лоу качаться или через Аджор. Ну вот, кто его знает. Вот если через Лоу, в принципе, на 4-5 уровне он может легко убить до ульты именно. Ну, знаешь, Фокусом просто так себя в обиду не даст. Я знаю, я вчера играл. Ну там были конченые герои, опять же таки говорю, у меня просто бесило реально. Я как попал, ну как бы против нули, да я проиграл, когда на Баблзах и Гласиус, но я там сам задавил, как бы это еще нормальные герои. Потом я смотрю просто Арахна и Чипер и понимаю, что ГГ, как бы без вариантов. Герои, на которых вообще не играю. Просто GG. Ну Сэм вроде как нормально, Тензи он выиграл, хотя Тензи 3 недели не играл в Хон, то есть тоже опять же таки спорно, посмотрим. Мое мнение, что Казандар посильнее. Причем так нормально посильнее. Ну, Казандар просто один на один, он часто играет. Я иногда замечал то, что он там после пабликов там с кем-то один на один катает. То есть любит он на СС-ах там покатать. Ну, просто личный скилл очень сильный у парня, поэтому. Да, мы знаем, мы знаем. Ну, посмотрим, что будет у нас в данной игре. Полосхи тут, да, Казандар там в третьей игре, конечно, сначала сделал фурор, там, бедный нулит, шарахался от него, не знал, куда спрятаться, а тут быстрая ПТшка и пошел драться. Ну и там тоже, видишь, такой момент, не знаю, если бы Казандар не развернулся и не стал сначала убегать, может быть, все и получилось бы по-другому. Maybe, maybe, но опять же таки ПТха, лишние хп. Да, ПТ-ха, лишняя ХП, это все решает, очень решает. Ну там, говорю, заметь, там осталась ровно одна тычка для нули, да, там крипы его уже коцали, поэтому тут спорный очень момент. Тут действительно, если бы не стал убегать, а вот этот удар один нанес, было бы все по-другому, но мы этого уже не узнаем. Так, ну, пока у нас вырывается вперед Казандар. Пока первая стадия игры, тут особо ничего веселого и интересного не будет происходить. Мы можем тут только посидеть, байки потравить. Ну, рассказывай. Какие-нибудь. Как ты меня в ТММ выиграл. А, ну да, 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 там. Попался, собрался потный стак, взял мой винстрик, прервал. Ну, прости, там. Я просто божественно играл на инженере. Ну да. Да мне немножко нравится, когда мной байтят. Я бегу на лоу ХП. Просто... Тип конченый взял свифта в лес, как бы я тоже беру свифта в лес, но не в серьезных играх, как бы это не вариант. А я вот не помню, с кем я играл, по-моему, с The Buddy в тиме. Да, Бендеровец. Да. Но он когда хочет выиграть, он реально там бадян потеет. Он всегда меня хочет выиграть, он вообще прям полчат большими всегда пишет, ловит меня. А вот, привет ему, кстати. Да, привет Бадяну, там, привет Владику, Олегу. С кем я частенько в ТММ катаю. Ну, один Hello Megan, второй VP. Ну, тогда передаю привет Румке Викплееру и Витяне, а нам все равно. Да-да-да. Если вы встречаете его, ну... Бегите. Если он вдруг выходит из игры, ребят, ну, так надо. Это просто запланировано было. Я как-то помню, с Витяне играли. Он такой, так, меня убили больше 2 раз, все, я ливаю. Не, ну меня уже, знаешь, встречают в таймэме, дошло до того, что такой, о, это низ, ну все, он сейчас ливнет, короче. Это меня уже, понимаешь, даже такое мнение. Смотри, как нормально захарасил Казандар. Да, и Казандар, смотри, как качается через вторую и плюсик. Угу, так же. Не хочет
ту же ошибку делать, что и в прошлой игре. Но вот Сэм качается так же. А нет, смотри. Все-таки на единичку первый прокачал он. Услышал меня в стриме. Услышал наши молитвы. Смотри, вот Казандр боится даже на ХГ заходить. Ну, а чё он в прошлой игре-то против Нуледа задайвил, а тот его спокойненько поймал. Да. Там все решает вот эта долбанная башня, которая наносит тебе 2-3 удара, и ты уже там еле-еле выживаешь. Не, он... Казандр намного круче ласхит, конечно. Ну да. Что-то Сэм вообще, я не знаю. Ну, Сэм закупился так же, вот как Нулед в прошлой игре. Вот один в один, а Казандар себе не изменяет, он все то же самое. Так, опять Казандар уходит. Да, вернемся к ТММ. Как тебе, весело на 1500 играть-то? Ну, это же Гарена, конечно, всегда весело. Не знаю. Если играешь стаком, то, конечно, весело. Я почему... Не, ну, стаком я больше двоих... Ну, как бы больше, чем 2х, я не вижу смысла, потому что втроем ты играешь... По-любому у кого-то не попрет стата, либо просто будут все катки по 15 минут. А так вдвоем хотя бы есть шанс, что враги не сдадутся на 15. Ты успеешь там свои 900 ГПМ сделать. Ну, в принципе, да. Ну, вам саппортить невыгодно. Вы там Immortal, Annihilation срываете, а ты по плюс 10 ММР получаешь. Ну да, то есть саппортер, который резется, он долго идет, да. Кстати, тут прошла инфа, то что Джукер уже апнул 2к и Рейдж. Нинте? Да, да. Рейдж да. Апнул? Да. Офигеть. Да, ну вот где-то такая инфа проскочила. Не, ну так-то Рейдж, он потеет в теме. Мы сколько вот играли с Бандеровцем, с ним. Он всегда на победу старается играть. Но он постоянно обузит всякие репульсеров там на мидл берет, хроносов на суицид, то есть именно потеет. Так что уже русских 2к на инте стало больше. Ну, Маус давно взял 2к. Мауса я помню еще поздравлял давненько так. Открытку прислал, да? Ну да, там лайк поставил. Тенди не вытащит на инт, он прям для него это боль играть. В таких брекетах 1800 даже. Ну там реально там надо иметь такой жесткий характер, чтобы всю эту херню... Не знаю, на инте просто они играют до конца. Вот меня нет, чем... они просто за тебя обычно такие конченые попадают, которые либо там тролли, либо, не знаю, вообще убитые люди. Знаю, у нас на Гарене троллей называют просто идиотами. Или мидл, ты там первая минута... О, смотри, кстати, дайв идет, нет. Нет, был... Первая минута на инте, на тебя 4 тела выбегает. Вот это нормально. Это не Гарена, там ганки, там какие-нибудь рэмпэджи там и так далее. Там все серьезно. Там выбежал. Там надо мид просто обсюкать. Так, просто... опа, выискат. Да, это фраг. Казандар сейчас да? задавит своим Малфас? Малфасом, ну, да. Ой. GG. Действительно, первая игра у нас быстро закончилась, и я думаю, то, что мы реально так же быстро начнем вторую. Так что, ребята, не уходите, Вася, не оставайся со мной, потравим еще веселые душещипательные истории. Прерываемся.
Вот, даже не дают дослушать хорошую музычку. Сразу начинает следующую игру. Ну и мы также с вами продолжаем смотреть наш Garena Invite Cup номер 6, где у нас интовики, к сожалению, не пробились. А может быть и не к сожалению. Даже хорошо, что не пробились в финальную часть, и мы видим наших ребят, которые сейчас потеют уже за первое, второе, третье место. И встречается Казандар с Мистер Фокус Сэмом. И уже счет 1-0 в пользу Казандара. А это нормально, то, что они все время типа за регион, за Хеллборн не меняются? Но это уже право выбора игроков. Всем типа все равно, да? Так-то по сути они должны меняться, но видишь, в принципе всем все равно. Да и каждый играет, как ему удобно. Кстати, тут поправочка, что Рейч не взял 2К, Не взял? что он вместе Зоро на 1900-1950 брейки. Прикинь, Зоро 1950. Просто вот Зорро. Вот как. Знаешь такого парня, Да, нет? конечно, знаю. Да, говорю, всегда называют трех своих любимых игроков на Гарене. Это The Buddy, Zoro и Regenda. Это самые веселые парни. Не, ну Зорро он просто ну, такой brain dead, можно сказать. Забавный тип. Че, он такой олдскул, прямо с самого переезда Хончика на Гарену. Я Он помню, и до там. этого играл, по-моему, Да, вообще так нормально. он же в клане Зилича был. Еще Ага. когда Зилич очень сильно дротил в Хон. Вот так вот, значит, меня дезинформировали. Рейдж все еще не апнул. А что по Гарене, то у нас Банни 2К взял на своем аккаунте, Джон Сноу. И Редженда также держится на 2К. Типа такая отступление социальной новости, да? Да, Что все-таки нового? на Гарене тоже ребята потеют и апают 2К. FF уже, наверное, сотый аккаунт там взял 2К. Да нет, вроде. Он сейчас играет на аккаунте Team. И вот он Ну, 1970, значит, сейчас по-моему. еще будет очередной, и он еще может поменять подпись. First World 7 2000 accounts from про супергеймер и так далее. Да нет, столько аккаунтов держать из-за вот этого спадания ММР, мне кажется, у него просто не хватит физически. Зато видишь, он типа есть люди, которые резетают, а есть, которые просто набивают и все. Да, также фен апал 2К и сразу зарезетал. Сейчас, по-моему, на 1800 или на 1900 он играет. Прошел игру и заново, да? Ну да, прошел Хон, можно заново поиграть. Я вот не помню, а Тенди апал 2К на Мне Гареме. кажется, не хватало нервов. Только когда резеты вырубали, помнишь, вот полгода, тогда, наверное, да. Да не, вроде я не видел, то что он на 1900, помню, да, я играл 2К, не. Я как-то апал, у меня был аккаунт The Superstar, ну я там периодически на нем играю. Ну чисто я там всякими там пуджами с ботинками там бегал и так далее, на два Понятно. корытия. Устраивал потные игры там. Да. Вот мне нравится на Гарене, вот когда мы попытаемся в таких на 2К парней, вот тогда игры действительно интересные происходят. Там реально каждый потеет на свое ММР. В основном такое получается, когда игра, ну, стак FF против FF с блюшкой попадаются против кого-нибудь там типа Круш Лоло. Тоже парнишка с 2К Гарены. Вот, и тогда игры действительно такие потнющие, интересные это происходит. Как тебе, кстати, новый герой, Мойра? Я даже не знаю, один раз как-то против меня играл, но там парень 20 раз умер и ливанул, я даже не знаю, что герой делает, ни разу не видел, что он. Я чисто... По-моему, он как-то засасывает, ульт какой-то Да засасывающий. там, это такой герой вообще жесткий. Ты знаешь, что недавно же патч поставили, делали патч только из-за того, что это этим героем обузили голду. Нет, То есть он короче, мог выкладывать... Ну, он же делает иллюзию свою. угу. И ты мог иллюзии выкладывать вещи свои. Вот, то есть ты там стимбуцы нафармил, ты мог иллюзии вроде выложить свои стимбуцы на базе, прибежать и их и продать. То есть ты мог наобузить себе кучу голды и Ненавижу. на восьмой там минуте выбежать там с этот с Думбрингером.
Ну, то есть да. веселуха такая была, но мощная. Это ж баги, он всегда так. Ну да. Но на самом деле... Забавный патч, когда легионер мог с W снять там чуть ли не 3000 хп, если он все в силу был. Там просто обузили, помню, 2 недели подряд играли все легионеры, инстапикали. Представляешь, что у типа там вангард Тараску, он бежит, у тебя 2500 хп, он тебя W и нажимает, ты умираешь. Да, это, конечно, жесть. Ну чё, ровненько по крипам, немного, конечно, больше динает Казандар. Ну, на 300 от экспы он все-таки выигрывает. У него дэмэдж больше, он как-то поувереннее, Сэм как-то стоит пассивно. Ну и Казандар, смотри, он собирается все-таки дотерпеть до ульты и уже атаковать через ультимейт. Первая стан, ультимейт, и ты там на слоу должен очень по-инвалидному бегать. Но Сэму надо как-то затерпеть, также поймать Сэм Казандара. Сэм первую-вторую качает, то есть он типа длинный замес хочет устраивать. Но он хочет на раскаст. Чисто на раскаст. Да, я тоже так же Илони качаю, вот как Казандар. Но я не супер прям много на ней играл. Как саппорт нормально, вот под хрона собрать. Да, это сейчас на инте очень часто пикают. Типа Кронос, ну такие комбо-вомбо, Илония, Кронос, там еще что-нибудь придумывают. Я даже, кстати, очень часто чипера там замечаю. Да, бывает. Чипер, мид, Илония, суппорты там... Просто огромное количество дэмэджа залетает. Так, вернемся к этому герою, к Мойре. Это просто такая жуть, когда ты подбегаешь. Ну, ты вроде хочешь Кроносом этот в замес ворваться. Ты прыгаешь, и у тебя бах, нет маны. Ну все, это будет ФБ. Хорош. Ну что, красавчик Казандар. Выходит он в гранд-финал, где будет сражаться с Нулидом, который его скинул в сетку лузеров. А там Бо-3, Бо-5 будет? Там будет БО... Сейчас скажу. Это будет БО-3. Но... Да, Нулит начинает с 1-0. То есть ему надо затащить одну игру. И игра на тортах может быть действительно финальная. Ну что, ребят, мы продолжим буквально через несколько минуток. Думаю, мы быстренько выцепим Нулида, который согласится играть. Уже даже создал? У меня просто нету его во френдах. Ну, я думаю, минутка. Да, он уже создал. Да, минутка, и мы вернемся. Не уходите.